Кремль. В сердце любого русского это слово отдается особым звуком. Но перед тем, кто побывал здесь, прикоснулся взглядом к куполам кремлевских соборов, вдохнул воздух этого места, пронизанного токами истории, встают картины прошлого. Народные торжества и бедствия, бунты и венчания на царство, падения и взлеты, человеческие трагедии и духовное подвижничество. Восемь с половиной веков. Немного лиц мне память сохранила, немного слов доходит до меня, а прочее погибло невозвратно. Кремль. Сколько раз с амвонов его церквей возносились молитвы об одолении на враги, отпевание павших на рати, благодарственные молебны о спасении. Сколько раз на его стены падала копоть пожаров, лилась кровь, но падал снег и покрывал все. И все уходило в историю, на страницы хроник, в миниатюры летописей, на листы гравюры акварели, в клейма икон, в народную память. Век сменялся веком, менялись титулы государей. Князь Московский, великий князь Владимирский, царь и государь всея великие и малые, и белые России, император всероссийский. Когда в эпоху империи власть ушла из Москвы в Петербург, Кремль продолжал хранить гробницы государей и царскую сокровищницу, и всероссийские святыни, и память о прошлом. Восемь с половиной веков. И век от века что-то исчезало в Кремле, что-то появлялось и снова исчезало, как все в жизни. Над дворцами государей, над крепостными стенами, надо всем вокруг возвышаются его золотые купола, подобные свечам, вознесенным к небу. Как вечный призыв высокому духовному устремлению. Рядом с Кремлем его продолжение – Красная площадь. С лобного места здесь объявлялись государственные акты и царские указы, сюда звон колокола созывал народ. Когда-то это место называлось «Пожар» в память об одном из тысяч пожаров, который почему-то запомнился. Потом и он был забыт, и место стало называться «Торжищем», и уж потом «Красной площадью». В 17 веке Красная площадь значила «красивая». Позже слово стало означать только «цвет». Цвет, который в 20 веке стал цветом времени.
На Красной площади предреволюционных времен редко встречалась приличная публика. Зазывные крики латошников, дешевый синематограф, горластые извозчики, нищие. Одним словом, провинция. И неудивительно, столица вот уже 200 лет находилась в Петербурге, и высшая власть наезжала сюда только изредка, на коронацию. Коронация, или по-старому венчание на царство, могло проходить только в Первопрестольной. Только здесь можно было прикоснуться к древним святыням, помолиться у могил предков, основателей государства. Пиком празднества было миропомазание на царство в Успенском соборе Кремля, главном соборе России. Торжества по случаю коронации продолжались по 2-3 месяца с парадами, фейерверками, балами и приемами, с народными гуляниями. В 13-м году в Кремле проходили торжества по случаю 300-летия дома Романовых. Триста лет назад династия возникла из смутного времени. Времени самозванцев, междуцарствий, интервенции и гражданской войны. И кто знал тогда, что династия через 300 лет погибнет в преддверии новой гражданской войны, еще более жестокой? Кто знал, что Красное крыльцо, по которому спускалась торжественная процессия, направляясь к Успенскому собору, будет разрушено, а потом снова восстановлено в прежнем виде, уже в наши дни? Oh,
октября 17 года началась новая эра. Революционное правительство переехало из Петербурга в Москву, в Кремль. И Кремль вновь стал политическим центром страны. Во главе нового государства встал Ленин. Эти кадры сняты на первой его прогулке после покушения. Ленин с семьей поселился в здании судебных установлений, примыкавшем к Сенату, где разместилось правительство. До последнего времени квартира была музеем, где каждая вещь находилась на том же месте, что и при жизни Ленина. Здание Сената. Его венчает казаковский шедевр, купол Екатерининского зала. Огромный, величественный, 26,5 метров в диаметре, он создает впечатление необыкновенного изящества, легкости, воздушности. В 19 году здесь собрался 8-й съезд партии большевиков. Сверху на делегатов съезда смотрели барельефы 18 века. На съезде было принято решение о построении социалистического общества в одной отдельно взятой стране – в России. Делегатам некогда было разглядывать екатерининские барельефы. Для них приговор над прошлым был уже вынесен. Надо было строить социализм. Государство с новой идеологией, с новым взглядом на мир. И символ этого государства, красный флаг, 70 лет реял над этим куполом. Революция требовала прочь все, что напоминает о прошлом, о царизме. Прочь старые символы. Над крутым склоном к Москва-реке, напротив Ивановской площади, стоял памятник царю Александру II. В Кремле, в штабе революции. Памятник был снесен одним из первых, летом 18 года. Были снесены и двуглавые орлы, венчавшие навершие кремлевских башен. Но это случилось позже. В жизнь входили новые символы, закладывались новые памятники. И прежде всего Карлу Марксу. Ленин на закладке памятника Карлу Марксу. Сам же памятник будет установлен много позже, в 60-е годы. Памятники только закладывались, сооружать было некогда. Война.
На цоколе снесенного монумента царю Александру III устанавливается бронзовая доска. Здесь будет сооружен памятник освобожденному труду. Но этот памятник так и не был поставлен. Пять лет прожил Ленин в Кремле. Его квартиры, ставшей музеем, уже нет. Нет и государства, основанного им на развалинах империи. Но нет и человека, оставившего столь глубокий след в истории 20 века. Говоря словами Бердяева, его идейного противника, Ленин был типически русский человек. Он соединял в себе черты Чернышевского, Нечаева, Ткачева, Желябова с чертами великих князей московских, Петра Великого и русских государственных деятелей деспотического типа. В морозный январский день 24 года хоронили Ленина. Но и мертвый он принадлежал партии, им созданной. Тело Ленина, как и его имя, должны были служить делу революции и после смерти. Тело Ленина было решено положить в прозрачном саркофаге в мавзолее у Кремлевской стены. В центре Москвы, столицы созданного им государства. Первый мавзолей. Тогда это было неказистое деревянное строение, обтянутое кумачом. Пройдет время, и оно будет заменено другим, тоже деревянным. Но в нем уже будут проглядывать черты того мавзолея, облик которого станет нерасторжимым с образом Кремля. Место для мавзолея было выбрано идеально. Просторная Красная площадь как нельзя более подходила для многолюдных шествий. Только узкие Иверские ворота мешали входу на площадь из города. Их решено было снести. У каждого времени свои потребности. Всю свою историю Кремль строился и перестраивался. Мы любуемся тем, что оставило нам время, и сожалеем о дворцах и храмах, снесенных в минувшие века. А были среди них и архитектурные шедевры. Между Спасской башней и Ивановской площадью было построено здание военной школы. В восточном его крыле был впоследствии размещен президиум Верховного Совета. В южном продолжала размещаться военная школа, курсанты которой несли охрану Кремля. Это место издавна было плотно застроено. Здесь стоял старинный Чудов монастырь, основанный в XIV веке митрополитом Алексием. Чудов монастырь. Шесть веков.
Только в смутное время здесь был низложен и пострижен в монахи царь Василий Шуйский, заморен голодом в темнице защитник Отечества митрополит Гермоген. Отсюда бежал монах Гришка Отрепьев, будущий Лжедмитрий. Здесь были крещены царь Петр и Александр II. Древний Вознесенский монастырь, основанный вдовой Дмитрия Донского Евдокией. Маленькая церковка Константина и Елены стояла внизу, на Подоле. Интересна была не столько сама церковка, сколько место, где она стояла, рядом с Тимофеевской башней. Через ее ворота московское воинство уходило на Куликово поле. Называли башню и Пытошной. Во времена Ивана Грозного был там застенок. А потом по имени церкви и башни стала называться Константино-Еленинской. Рядом с чудовым монастырем стоял Малый Николаевский дворец. Изящный, как и все работы Казакова. Построенный в конце 18 века дворец был частным домом императора Николая I, который живал в нем еще великим князем. Каждое новое сооружение, так или иначе, было связано с утверждением новой символики. В Александровском саду, примыкающем к западной стене Кремля, был сооружен обелиск из серого камня с именами выдающихся социалистов.
середины 30-х годов продержались на кремлевских башнях двуглавые орлы, герб Российской империи, восходящий к 15 веку, к Ивану III. Орлов сменили пятиконечные красные звезды с серпом и молотом, украшенными драгоценными камнями. Рубиновые звезды диаметром в 3,5 метра и весом более тонны каждая появились на шпилях позже, завершив внешнее преображение Кремля. С этой поры Кремль стал не только политическим центром, но и политическим символом. Большой Кремлевский дворец был построен архитектором Тоном 150 лет тому назад. Он являлся официальной резиденцией власти во время пребывания императора в Москве. Каждый зал дворца имел свое назначение. Екатерининский предназначался для приемов императрицы. Орден святой Екатерины, учрежденный Петром I. Редчайший в мировой истории. Его девиз – «За любовь и Отечество». Екатерина стала первой кавалерственной дамой этого ордена. И зал был назван в его честь. В честь ордена святого Владимира был назван Владимирский зал дворца. Он предназначался для приемов купечества, финансовых магнатов, промышленников. В советские годы в нем совершались акты подписания международных соглашений и договоров. Георгиевский зал в честь святого Георгия Победоносца был и остался воинским залом.
На беломраморных его стенах золотом выбиты имена всех георгиевских кавалеров. И названия воинских частей, отмеченных черно-оранжевой георгиевской лентой. Самый маленький зал дворца – тронный Андреевский, в честь ордена Андрея Первозванного. Именно в нем проходил третий конгресс Коминтерна. На дипломатических приемах при вручении верительных грамот не нужны были ни столы, ни стулья, ни прочие атрибуты больших собраний. Увы, маловместительный тронный Андреевский зал никак не отвечал новым требованиям времени. И тогда было принято поистине революционное решение. На месте Андреевского зала и Александровского в честь святого Александра Невского построить один зал. Жаль было разрушать такую красоту. Рабочие отказались, разрушали солдаты. И зал заседания Верховного Совета был построен. В новом просторном зале заседания Верховного Совета в 1934 году проходил знаменитый 17-й съезд партии большевиков, названный «Съездом победителей». Он был посвящен итогам первого пятилетнего плана, новым успехам строительства социализма. Как быстро бежит время. Едва прошло полвека, и зал заседания Верховного Совета, украшенный мраморной фигурой Ленина, перестал существовать. На его месте предполагается восстановить в прежнем виде Александровский и тронный Андреевский залы. Все возвращается на круги своя. Отошла эпоха, занявшая 75 лет, и новая власть уже стремится убрать напоминания о прошедших десятилетиях и восстановить вечное. Спас на Бору во дворе Большого Кремлевского дворца был, кажется, самым древним сооружением в Кремле, построенным еще Иваном Калитой. Вот здесь он стоял до своего снесения. Спас на Бору. Начиная с XIV века, в нем погребали великих княгинь, здесь принимали постриг великие князья перед кончиной. Разрушение, восстановление, созидание – три спутника, сопровождающие человеческую историю. Время нельзя ни вернуть, ни остановить. И время требует своего. Но так хочется восстановить милое сердце утраченное. Не в этом ли драматические коллизии переходных периодов? Храм Христа Спасителя. Он тоже восстанавливается. Но можно ли воссоздать на его стенах росписи Врубеля? А как не быть благодарным судьбе и тем людям,
которые рисковали жизнью, чтобы спасти от сноса ни с чем не сравнимый Покровский храм, собор Василия Блаженного. Москва, Красная площадь, восстановленный Казанский собор. Он был построен князем Пожарским как памятник победы над поляками. Чудесно обретенная икона Казанской Божией Матери сопровождала народное ополчение Минина и Пожарского от Ярославля до Москвы. Быть в Москве для каждого еще и означало побывать в мавзолее. Менялась военная форма, оттачивались детали ритуала, но смена караула не нарушалась с 24 года. Караул назывался пост номер один. С октября 93 года пост номер один перестал существовать. Мавзолей Ленина бесспорно был самым значительным сооружением из возведенных в то время. И он как нельзя более выражает суть эпохи. Архитектор Щусев задумал и воплотил его не только как усыпальницу и памятник вождю. Материал и форма ассоциировались с несокрушимостью, незыблемостью, неподвластностью времени. Облицованный гранитом, он напоминал величественные ступенчатые пирамиды древности. И не случайно один из его уступов был исполнен как трибуна. Мавзолей стал центром торжественных церемоний, военных парадов и народных манифестаций. Это место стало коммунистическим пантеоном. В Кремлевской стене за мавзолеем покоится прах борцов за революцию. С первого года советской власти на Красной площади отмечался День революции. Ноябрьский парад 18 года. Тяжелейшее для молодой республики время. Самый разгар гражданской войны. Только что отброшен от Москвы Деникин, и на Восточный фронт посылаются войска против Колчака. Через 22 года Кремль станет свидетелем другого военного парада. Война. К
ноябрю 41 года положение было более серьезным, чем в самые тяжелые времена гражданской войны. Но традиционный парад 7 ноября состоялся. В параде участвовали только что сформированные части. Сразу с Красной площади они уходили на фронт, в окопы. Военная Москва, газетные кресты на окнах, воздушные налеты, маскировка. Был замаскирован и мавзолей. Он буквально исчез, растворившись в маленьком непритязательном домике. Четыре года самой страшной войны в истории страны. И памятный майский парад Победы. Могила неизвестного солдата.
Миллионы людей, погибших на войне, не дожили до другой, поистине триумфальной победы – полета человека в космос. Кремль приветствовал Юрия Гагарина, первого космонавта планеты. Кто бы мог подумать, что он так рано уйдет из жизни, и его имя на кремлевской стене займет место рядом с именами Королева, Жукова, других славных сынов России. Братская могила участников октябрьских боев 17 года, тех, кто начинал. Там тоже есть неизвестные солдаты. Аллея памятников руководителям государства. К 50-летию революции в сквере напротив Ивановской площади был возведен памятник основателю советского государства. Просто удивительно, что до этих пор его не было на территории Кремля. Впрочем, сейчас его уже тоже нет. В 60-е годы советские лидеры решили еще более укрепить роль Кремля как политического центра страны. Было снесено здание оружейной палаты, и на этом месте возник современный куб из стекла и алюминия – Кремлевский дворец съездов. Это было внушительное здание, построенное с учетом всех достижений функциональной архитектуры тех времен. В нем проходили съезды партии, комсомола, международные конгрессы. Но большую часть времени дворец пустовал. Оттого и не покидало ощущение, что это был скорее символ. Символ стабильности и силы, к сожалению, не сочетающийся с духовной красотой окружения. Как летит время. И пестрая первомайская демонстрация 64-го года для нас уже история. Но то, что было, никуда не уходит. Оно остается в нас, хотим мы этого или не хотим. История не знает обратного хода. Она уходит вглубь, прорастает в нас сегодняшних, иногда напоминая о том, что было. Как пример для сравнения или как предостережение. Дважды за этот век Кремль был свидетелем крутых поворотов. 20 век – двойной пик на исторической кардиограмме России. Год 17-й и время, в котором мы сейчас живем.
Кто и что устоит в эпицентре таких потрясений? А Кремль был именно в эпицентре и устоял. Много видел Кремль за свои 8,5 веков. Но 20 век особенный. И дело не в смене властей, а в самом существовании России. По-прежнему сияют кремлевские купола, по-прежнему Кремль невозмутим и спокоен. Пока жива Россия, будет стоять и Кремль.